Первый класс пришел тренер, набирал футбольную команду. Я тогда ходил на карате, и мне не нравилось, поэтому воспользовался этим шансом, можем так сказать. Все, сразу сказал, пойду на футбол. Вот, получается, сколько, в 7 лет. Это Динамо Минск. Вот Динамо был с 7 лет, наверное, лет до 22. Ну, там в аренду ушел, в «Березу» сначала, фарм-клуб, потом в «Энергетик», сейчас команда такая, БГУ, год был. Ну и вот потом в «Луч», потом «Луч» стал Днепром, в Днепре был, получается, и все, после этого уже вот в этом году Жодина, Смолевич и Гомель. Так, нападающим нет. Крайним защитником играл как-то одно время, там, может, полгода играл. Ну и так бывало в конце игры, там, вперед. Отправлялся в нападение, там, просто, когда нужно было спасаться. Там. Да, на стандарты вот. В кайф чем? Ну, разрушать. Разрушать всегда легче, правильно, чем созидать. У меня не было такого, что хочу там какие-то голы забивать. Нравилось, просто играл в футбол в детстве, и хорошо получалось мячи забирать. Все, поставили в защиту, получаю удовольствие от того, что забираю мячи. Да, ну приемы приходится применять, но я не считаю себя грубым игроком. Обычно стараюсь действовать всегда в рамках правил. Ну так, бывает там ситуации, когда сыграю где-нибудь пожестче, и получается, выглядит как будто грубо. Но я себя таким не считаю. Я вообще стараюсь играть аккуратнее, потому что много борьбы в штрафной площади. А это чревато наказаниями серьезными, поэтому стараюсь аккуратно играть. Ну да, уже как бы, ну я же говорю, тренировки как более-менее знакомые все. Интенсивность чувствуется, ну нравится, все нормально, хорошо. Такой стадион уютный, если честно, не знаю, в Беларуси, наверное, Борисов Арена только, и вот в Гомеле стадион именно такой прям футбольный, где все сделано близко к полю, то есть именно для футбола стадион, а не просто там для спорта. Поэтому да, стадион очень нравится, база есть тоже приятно, там два поля, хорошие условия. Да, знаю многих, ну вот общался, в гости ходил к Пашечке, где, ну так вот с Артемом Булочком, да, со всеми, кого знаю, в принципе, хорошо общаюсь. Чувствуется иногда разница в исполнительском мастерстве конкретных футболистов. Там в высшей лиге бывает достаточно там одного-двух моментов в команде, чтобы забить гол. В первой лиге где-то нужно там создать 5-6 моментов, чтобы гол забить. А так как бы нету прям кардинальной разницы. Ну, тем более команды, которые вверху в первой лиге и в высшей лиге внизу, там плюс-минус одно и то же. Не знаю, наверное, с положительной, ну как с лучом в высшую лигу выходили. Наверное, самые вот яркие такие футбольные воспоминания у меня. Чемпионство в первой лиге, можно сказать. Люблю номера короткие такие, простые. Поэтому вот спросил, какой короткий номер есть. 6-й, значит 6-й.